Каждый, кто прав, не прав. В каждом благая весть. Бунт – это встать с утра и 30 раз присесть. Честно сказать, что лень. Или что страшно, в бой. 30 минуток в день взять и побыть собой. И над собой суда ближним не позволять. Бунт – это иногда просто с кровати встать. Каждый, кто встал, спасен. И победил на треть. Хочешь, возможно, все. Бунт – это захотеть.